Мечты сбываются. Она будет жить в этом доме с бабочками. Рената Толова купила квартиру в жилом комплексе «Акварель» всего 2 года назад. А уже этой зимой за нее рассчитается. Без ипотеки, без переплаты, на обычную зарплату. Это не миф, а реальность. Мы утром посмотрели квартиру. А на следующий день, в обед, мы были уже в Рекпалате. Мы так сели с мужем в машину, так сидим. Он говорит, и что, и все? Я говорю, да, мы, по-моему, купили квартиру. Как сэкономить на покупке квартиры, знают в группе компаний ТИС. Жилищная программа «Плати за построенное» – ноу-хау от тюменского застройщика. Выгодное предложение – реальная альтернатива ипотеке. Схема работает просто. По паспорту оформляют договор долевого участия. Первоначальный взнос – 30 или 50%. Клиенту дают рассрочку на 3 года. Платежи – раз в квартал или раз в полгода. А переплаты – ноль. Насколько я знаю, да, рассрочки существует, но именно с такими условиями рассрочка только у нас. Это именно то, что требуется рынку. Это и мы закрываем для некоторой части населения насущную проблему приобретения собственной недвижимости. У нас около 60% с лишним квартир приобретено либо забронировано именно по условиям этой программы. Часть квартир забронирована, но продажи открыты. На выбор тюменцам 3 жилых комплекса. Кроме акварели на Доме обороны, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры эконом-класса можно купить в комплексе «Кристалл», а бизнес-класса в комплексе «Аристократ». Он строится в самом центре города. Анастасия Лизаревич, Александр Вележанин, Тюменское время.